Следующий год для всех наших сограждан будет юбилейным. В администрации города сегодня прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-й годовщины со дня образования города Лабытнанги. На нем побывала и наша съемочная группа. Юбилейный оргкомитет создан постановлением администрации города 26 октября, то есть почти за год до самого юбилея. В его состав вошли руководители практически всех структурных подразделений администрации и муниципальных организаций. Объяснение этому простое. В утвержденном плане подготовки и проведения праздничных мероприятий насчитывается 37 позиций. Здесь работа по изданию книги о городе-юбиляре, уборка улиц и площадей, их праздничное оформление, организация и проведение конкурсов и акций, информационное обеспечение всего этого и многое-многое другое. И все это должно быть финансово обеспечено. Определенная сумма средств на праздничные мероприятия выделена и находится в резерве, но пока она не распределена по ведомству. Вы понимаете, что любого рода организация финансовая требует проведения всех мероприятий, связанных с котировками, с торгами, поэтому крайне важно иметь представление о том, какие у вас будут деньги уже в январе-феврале месяце. Почему мы и так торопим события, собираемся уже второй раз в течение 2017 года, для того, чтобы, вступив в 2018 год, непосредственно приступить к реализации намеченных нами мероприятий. Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию города, пройдут с 1 апреля по 30 сентября 2018 года. Впрочем, одно из них, организация и проведение конкурса «Эмблема года» идет уже сейчас и завершится до 31 декабря. Собственно, юбилейные торжества, праздничные шествия, уличные культурно-массовые мероприятия, праздничный концерт, аттракционы, спортивные развлекательные программы и пиротехническое шоу пройдут 8 и 9 сентября. Игорь Борисов, Алексей Урженко, программа «Время местное».